Сотрудники горадминистрации Симферополя провели рейд по рынкам крымской столицы. Проверяли документацию для того, чтобы выявить тех, кто не имеет основания осуществлять торговую деятельность. По словам начальника департамента административно-технического контроля Юрия Бравникова, такие мероприятия результативны. Стихийных торговцев становится все меньше. В ходе рейда выявили 5 нарушителей, но проверки еще продолжаются. Особое внимание уделяется тем, кто торгует мясом. Период, когда запрещена торговля свининой ввиду определенных ситуаций в определенных районах Крыма, мы полностью контролируем продажу свинины, земли по всем территориям города. Также в ходе рейда был снесен ряд незаконных конструкций. По словам Юрия Бравникова, такая участь будет ждать всех, кто приступает к закону.